В Одессе прошли торжественные мероприятия по случаю Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков. Первые лица города и области, а также неравнодушные одесситы, которые помнят о подвиге предков, традиционно возложили цветы к памятнику неизвестному матросу на Аллее Славы. Собравшиеся отметили, что подобные мероприятия призваны сформировать историческую ДНК нации, потому что преступления фашизма невозможно забыть. Память – это останется, народная память. И сегодня, слушая слова реки, мы в очередной раз. Насколько точно и красиво все написано и все сказано. Больше добавить практически и нечего. Мы обязаны помнить и принести через века память о тех героях. Мы действительно помним и чтим нашу историю. И 77-я годовщина для нас, освобождение Украины от фашистских захватчиков, это не то, что важная дата, это дата, которую мы должны всегда помнить. День, который для нас является, можно сказать, вторым после 9 мая. Поэтому я поздравляю всех украинцев, я поздравляю всех жителей Одессы с тем, что Украина была освобождена. Люди положили свою жизнь, чтобы мы сегодня могли прийти и поклониться тем годам. Сегодня многих нету с нами. И было так, и будет так. Не угасла б только память нетленности высокий знак. С великой датой в жизни страны украинцев поздравил почетный гражданин города Одесса Сергей Кивалов. Задача современников, убежден заслуженный юрист Украины, не предавать забвению подвиг дедов и прадедов и быть им всегда благодарными. Сегодня день освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Именно 28 октября 1944 года советские войска изгнали ненавистного врага со своей земли. За победу над нацизмом наш народ заплатил очень высокую цену. Миллионы земляков погибли на полях сражений, в оккупации, концлагерях, гетто, тюрьмах и на каторжных работах на чужбине. Тысячи украинских городов и сел были превращены в руины. Четверть жителей страны остались без крыши над головой. В этот день традиционно чтят память воинов, погибших в боях за освобождение Украины, и наших земляков, пострадавших от действий нацистских оккупантов. Избавление от гитлеровского вермахта шло поэтапно. Донбасс, Харьков, Одесса – тяжелейшие сражения за Днепр, в результате которого фашисты были изгнаны из Киева. Карпатская операция. Главные бои за освобождение продолжались с января 1943 года по осень 1944 года. За это время было проведено 15 наступательных операций и немало битв, которые повлияли на весь ход войны. И день освобождения Украины от фашистских захватчиков, который отмечают сегодня наши граждане, ветераны войны, узники концлагерей, все, чьи семьи пострадали от действий фашистских оккупантов, их благодарные потомки, увековечил эти исторические события. Отдадим дань памяти воинам, погибшим в боях за освобождение нашей Родины, тем, кто приближал эту победу ценой своей жизни.